Ранее в откровениях. Мама дорогая, моя жизнь прекрасна! Эта сука в меня иглой тыкала! Страх запускает вирус. Клэр, лезь на крышу! Видишь? Мы как сестры. О, мой дорогой Грегор, это нечестно. Клэр, девочки нет. Мойра хотела дойти до той башни, когда я была с ней. Барри, там что-то есть. А я тебя жду. Да уж, припарковался что надо. Тут мы расстались. Хороший дядя пришел и забрал меня. Двое вескеров? Клэр, есть что-то? Нет, ничего. Мойра, глянь. Кто-то записку оставил. Написано: идите к фабрике. И надо сразу верить в эту херню? Почерк Нила. Идем. К фабрике, это к фабрике. Я думал, нам сюда надо. Зачем мы тогда сюда шли? Отворяй, собака. Ладно, пошлите к фабрике. Не так. Могу поверить, что потеряли ее. Что у нас по патрошкам? Может, она просто спряталась. Поищем ее по пути. Да с ней все хорошо, не переживайте. Я не уверен, что с нами будет все окей, но... С малыхой все хорошо. Так, прогрузка была. Значит, здесь есть бабайки, да? Давай мы вот, с тобой, Клэр, побегаем. Зачем наш босс свалил? Я не знаю. Нил просто иногда так делает. Кто тут? Патроны к Узику. Хорошо, пошли. По идее, этот персонаж с оружием теперь должен вести стрельбу, когда на нас нападают. Я там один навык прокачал, так что сейчас посмотрим, будет ли или нет. Так, пошли. Хочу теперь найти монстров, чтобы проверить. Добро пожаловать в Кирлинг, в место, где всему приходит конец. Опять она. У нее глаза будто везде. Ага. Подозрительное место. Как говорится, в конце концов, среди концов, конец найдется наконец. Здорово. Где Нил? Если хочешь снова его увидеть, отважься взойти на Божий эшафот. Надо спешить. Да погодите. Погоди, погоди, погоди. Ты нужна ему? Погоди, дай... Поищем внутри. Дай кое-что взломаю тут и поищем потом внутри. Стой. Во, прям... Прям в точечку. Так, дай сюда. Пистолету-пулемету. Ага. Окей. Так, дробовик зарядили, зарядили, зарядили. Пошли. Сканер сетчатки. Серьезно? Ну да. Значит, просто так не войдем. Сейчас сканер сетчатки монстра, да? Идем, поищем глазик. Ладно, чтобы наш глазик нам не натянули на... Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, какие вежливые здесь. Так, отойди. Не мешай. Какие здесь все вежливые. Только единственное, я так и не понял, как отсюда убирать эти штуки. Типа, как их убрать? Ну, типа, не зажать, ничего нельзя.
Ладно, будем бегать, как бегается. Побежали. Будем использовать фонарик против врагов. Интересно, чей глаз нам нужен? Доброе утро, товарищи. Привет. Этот светлый день предвещает светлое будущее. Думаешь? Хорошо, без проблем. Пошли ручки, по-моему. Все. Вот это раковина, вот это я поднимаю. Это для кого? Для кого такие раковины придумали? Так, бонжур. Ладно, ну, допустим, что мы ручки помыли. Где столовая? Где у нас столовая? Сетчатка. Ага. Наверное, твоя, да, сетчатка мне нужна будет? Хорошо, хорошо. Главное сейчас тут не заблудиться. Я такой, я могу. Так, ага. Ага, ля... Запор. Запор, братюня. О. Вот про что я говорил, что теперь можно... Что теперь можно и не париться. И плюс при этом у нас потрошки не тратятся. Ну, то есть у персонажа, поняли? О, ну, конечно, это не фабрика, а ебанутая фабрика. Ага. Fucking shit. О, здорово. Наверх посмотри. Смотри-ка, в клюве ключ. Надо найти способ взять его. Ой. И шо? Черт, не выходит. Крепче, чем кажется. Ага. То есть, когда я глазик вставляю, да? А здесь у нас открыто. Ладно, убежать, когда я глазик заберу, можно или нет? Нельзя, да? Так, и что делать? Что делать? Можешь подождать, пока меня сейчас... Оно разломает, потом ставить глазик. Все, хорошо. Ключ от технической установки. Забер... Ага, понял. Понял, понял, понял. Все, 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 все. Побежали. Взяли какой-то ключик от какой-то установки. Да я так и понял, хорошо. Это не от тебя? Мы ключик взяли. Здорово. Бонжур. Давай, стреляй. 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 Стреляй, я сказал. Не будем тратить патрушки. И что это нам дало? Я таки извиняюсь. О, о, здорово. Что, тебя разбудили тебя, да? Я таки извиняюсь, женщина, но у тебя есть оружие. Ты не можешь, говорится, им воспользоваться? Или это сложно? Хорошо. О, еще один. Йо, женщина, уходи.
Так, мы отсюда пришли, хорошо, мы нашли глазик. А этот глазик нам нужно забрать как-то. Как его забрать, я в душе не понимаю. Но зато мы с вами открыли какую-то дверку. Вот эту вот дверку, да? Ага. Вон она чё. Здесь тоже ловушка, да? Смотри, следы, следы, следы идут. А ты шо? Ой. Да ты шо? Кто-то ожидал такого поворота? Кто-то ожидал такого поворота? Я лично нет. Так, хорошо. Это чисто мне надо идти по этим следам, правильно понимаю? Охуеть. Я... Тихо, не думала, тихо. Что можно наступать куда хочешь. Да. Давай только без резких движений. Да, давай. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Все? Сюда и можно? Стеклянный глаз. Пригодится. Думаешь? Хорошо. А теперь пошли обратно. Пошли обратно. Нам нужно будет, наверное, поменять, наверное, этот глаз на тот глаз, который находится в той штуке, да, или нет? Или мы здесь можем уже открыть? Так, давай смотреть, погоди, где у нас тут было? Где нам нужно было воспользоваться глазиком? Стопэ? А что, мы можем что-то с вами изготовить? Так, сочетание. Хорошо. Передать. Отлично. Передать. Наверное, надо будет сейчас поменять этот глаз на глаз орла. Да? Та ты шо какой? Стреляй. Сейчас. Ой. Не вижу ничего. Не вижу ничего. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Уйди. Уйди, 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 уйди. Да не вздумай, не вздумай, если ты отойдешь. Если ты отойдешь. Погоди. А передай-ка мне, пожалуйста. Хорошо. Здорово. Что ты так? Как ты тут? Нормально? Чилишь? Ой, ё-моё. Все. Дон достали библиотека. Вот это вот начинается. О, еще один. Все, спадки. Ложись, спадки. Заперто с другой стороны. Открыть, хорошо. Да, здесь ничего нету. Так, здесь можно, да, открыть будет? Погоди. Да, наверное, нам надо спуститься и забрать именно у орла, у того. Я уже забыл, где он находится.
Если честно, здесь, по-моему, да? Да, здесь. Все? Сработало? По-моему, сработало, да? Да, человеческого глаза. Все, вот что нам нужно было сделать. Теперь бежим. Да, согласен, побежали. Я без понятия зачем, но, наверное, в этом есть смысл. Да, все понятно, да. Нам было просто один поменять на второй. Все, хорошо. Та-та, шо, оружие, которое вы не можете нести, автоматически отправляется на верстак. Шо. Револьвер. Слышь, чувак. Мойра, глянь, внутри трупа. Это то, что я думаю? Ну а что это должно быть? Часть тела, видать. Здесь и карта есть. Печень. Удар. Сигнализация под фабрикой проходит к башне. Удар в печень, никто не вечен, да? Преграждает нам... Знаешь, в наказание Прометею боги послали орла, который клевал его печень. Так. А, теперь-то понятно, что к чему. Все, удар в печень, никто не вечен. Нужно будет сейчас с вами просто сходить и печеночку вставить на улицу. Главное теперь найти выход на улицу. Нил, да где же он? Нил? Ну а девочка? Тебя только это интересует? Не в принципе, что здесь происходит, а где Нил? У него пол печени нету. Серьезно? Тогда ищем вторую часть. Ну, наверное, вот здесь. У нас же глазик с вами есть. Наверное, здесь. Ну, по-любому здесь. А, тут навозом воняет. Видимо, здесь держали животных. Даже пукнуть нельзя. Что ты начинаешь сразу? Тут обязательно в голос это кричать. Позоришь меня. А еще подруга называется. Навозом ей воняет. Так, иди читай дневник директора. Тебе тоже, да, воняет навозом. Так, перезарядить. А где нам искать печень? Да ты шо какой-то быстрый, ля. Ля, а отойди, пожалуйста, я хочу в бочку макнуть. Отойди. Отойди. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Вот это тебя сейчас бы тут бы макнуло. Так, ты кто? Угу, инвентарь полный, да? Тогда давай ты забираешь. Я думал, будет закрыто с другой стороны. Только попробуй встать. А, это мы круголя сделали, да? Окей, ладно, пошли в эту дверку. Пошли в эту дверку. Или мы отсюда пришли? Я что-то ничего не понимаю. По-моему, мы отсюда пришли, да? Да, мы отсюда пришли. Хорошо, ладно. Давай смотреть. Давай, хорошо, давай смотреть. Так, туда мы ходили или не ходили? По-моему, ходили.
Блин, ну у тебя же фонарик, ну посвети, покажи, куда идти. Подскажи мне. Так, давай вниз попробуем. Ага. А сейчас здесь будет какая-то ловушка, тут да? Скот забивали. Будет какая-то ловушка. Сколько же нужно мяса, чтобы получилось столько крови? Блин, не знаю. А можно сюда спуститься? Патроны к дробовику. А ты куда полезла, скажи, пожалуйста? Вот вечно тебя куда-то тянет. Идет кто-то. Кто? Ой-ё. А его нельзя так мэкнуть? Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Не хочешь в него хотя бы ломиком там пострелять? Да-да-да, рукожоп. Дон Дисталя, библиотека. Что означает? Получи по морде. С узика. О, слышь, иди сюда. Где ты? Надо открыть ящик. Так, немножечко серьезнее. Это же как-никак хоррор. Ага, погоди, три замочка. Там по-любому что-то важное. Там по-любому ключи от Мерседеса должны быть, серьезно. Либо от Майбаха. А ну? Что это? Эластичный пакет Клэр. Прикольненько. А где печень, я таки извиняюсь? Ключ от скотобойни. Только не говори, что ключ находится где-то в водичке здесь. А ты что залезла? Просто скажи, пожалуйста, что ты залезла? Алло, а у тебя нету случайного ключа от скота? Ты обиделся? Ну не обижайся. Ну, ты... ну все, ну выходи. Ну серьезно. Ну я пошутил, я больше так не буду. Мне ключик нужен с котобойни. Не подскажешь, где он может быть? Наверное, не подскажешь. Ладно. Так, понял. Здесь нужен ломик. Иди сюда. Давай. Да, не спеши. Не спеши, я пока кофе выпью. Не хочу тебя не напрягать, но ты можешь с оружием смотреть в ту сторону. Я понимаю, что может у тебя там важные дела какие-то. Не могла бы ли ты смотреть в другую сторону? Так, а стой-ка ты здесь, да, наверное? Стой тут. Ладно. Стой тут. И шо? Ключ от скотобойни. Хорошо. Они включились. Ну и шо? И шо делать? Я ж правильно сделал? Давай, врезайтесь друг в друга. А нам нужен ключ от скотобойни. Ладно, побежали. Побежали.
Откроем дверку. Так, наверное, давай ты с дробовичком пойдешь вперед. Если ты, конечно, не против. А, отлично. Бонжур. Я кто дома? Ага, очередная загадка, да? Так, нужна печень, хорошо. Вижу печень в баке. Прицел удар в печень никто не вещен. Так, понятно, нам нужно что-то делать. А что делать? Блин, наверное, стой здесь, да? Жди. Да, верно. Жди здесь, я сейчас полутаюсь. Хотя, может, лучше мне с оружием побыть. Там, ну ладно. Давай смотреть. Сейчас, погоди. Так, а что тут? Помощь нужна. Тут. Потом откроем, погоди. Погоди. Так. Ага, мне надо мясо, да, туда сбрасывать? Или что мне надо? А если я... Стой тут! Ладно! Если я сюда залезу... От этого что-то поменяется? Погоди. Давай, наверное, я сюда. А ты стой тут. Все. А ты что? Это я смартфон отвечаю. Так, надо забрать. Что бы там ни было, надо это забрать. Потому что я уверен, по-любому потом ничего не будет у нас времени. Все. Отлично. Так, ремкомплект. Чей этот? Ну, типа того, да. Ладно, давай. Погнали. 4, 3, 2, 1. Стоп. Ага, я слоупок. Понял. Надо, наверное, когда... Так. Не. Надо прям точно-точно попасть. Во. Да? Оно? В смысле нет? Как это нет? Скажи, пожалуйста. Ну как это нет? Ну.
Алло. Игра, а что не так? Ну, я же вроде все правильно делаю. Мне нужно попасть туда. Ля, оно просто в воздухе висит и все. Оно реально просто в воздухе висит. По-другому тут никак, я уверен. Сильно далеко, да? Да. Окей. Окей, вышки. Еще? Согласен. Особенно вот эта парящая полутуша. Полухрюша. Падла, бесишь меня. Сколько там этих штук находится? Еще? Так не говори, что еще. Знаете, что единственное тут хорошо передержало? То, что здесь никто на нас не... Ага. Вторая туша зависла. То, что на нас здесь никто не охотится, мы можем так спокойно 40-10 дней тут стоять. Сглазил, да? Сглазил. Сглазил. Помоги. Ладно. Погоди, я разберусь. Мне надо еще чуть-чуть, еще одну тушечку. Еще одну тушку. Давай. Сглазил, понимаете? Я только сказал, что хорошо, что нас монстры не нападают, и сглазил. Передержал, да? Клэр, печень выпала из бака. Все, удар в печень, никто не вечен. Товарищи, бейте! Бейте врагов народа! За мной. Хорошо. Слышите, как Прометей ревет? Слышу. Валим. Нам нужно сначала выбраться на улицу.
Не-не-не, никаких. Погоди, откуда мы пришли, не помните? По-моему, не отсюда. Отсюда. Ой-ё. Ой-ё, сколько вас здесь. Не думай о минутах свысока. Погоди. А передай, пожалуйста. О, до побачення. Как ты, да? Подпрыгнул, зайчик. Тебе понравилось? Блин. Не-не-не-не-не-не-не-не. Никаких бдж. Уходим. Просто уходим. Надеюсь, она за нами успевает. Я тут явно не хочу останавливаться и задерживаться. Не знаю, как вы, но я явно хочу отсюда выбраться. Все, уходим. Давай, вставляем и уходим. Так, должно сработать. Как бы это ни звучало, но вставляем и уходим. Даже так? Идем. Да, иди говори. Отлично, прям повеселились. А я тут никак не могу похилиться, не? Ничего так. В принципе, весело. Так, а я думал, все, думаю, будет как сцена, типа конец серии. Сегодняшний рабочий день закончен. Отдыхайте, но не расслабляйтесь. Завтра ожидает труд. Угу. Понял. Что за бред собачий? Жесть. Нет, не выбываю. Что ты сделала с Нилом? Боже, эшафот послужил своей цели. И теперь огонь Прометея поглотит все. Так и думала, что это ловушка. Клэр, бежим! Бежим. Давай, это ловушка. Клэр? Куда ты, Клэр? Клэр, за мной. Что делать? Клэр. Понял. Клэр, ты молодец. Разберусь. Давай, Клэр, побежали. Все? Ее. Сильно. Клэр? I need help. Клэр, жадина, хватит лутаться. Давай. Давай, Клэр, спасай малыху. Чё-то я чувствую, мы не успеваем, да? Хорошо, надо сюда. Так, здесь что у нас здесь у нас, ага,
Блин, прикольно, конечно, но... Но нет. Так, я таки выбачаюсь, але мені потрібно бігти. Все, до побачення. І що? Падла, руку схватила. Ах ты, козюля. Ля, ты козюля. Мятежникам грозит красный карандаш. Красный карандаш? Не, не надо мне вставлять красный карандаш никуда. Вы видели? А что мне там делать надо было? Выбрать правильную типа штуку? Можно, можно пройти, спасибо. Все, неси. Вставляй. И быстро отсюда давай, быстро от бабайки. Все, до побачення. Так, а тебе куда дальше надо? Ага, понял. Так, привет, нам сюда, да? Нам же сюда. Так, идите вперед без знаний, значит рисковать жизнью, делая выбор, обладая нужным знанием. Но может быть так, что ответы придется поискать. Что? А кого искать? Какие ответы? Ага, еще выше надо лезть. Надо еще выше лезть. И куда? Понял, сюда. И что это нам дает? Это нам дает... Нет, спасибо, я не хочу лутаться. Хочу отсюда выбраться. Понял, вот сюда надо. Надо вот сюда. Ну давай, ну по-любому сюда, правильно ж? Да. Все правильно, все. Умничка. Теперь понятно, зачем нам нужно было вдвоем это делать. До мурашек, да? Давай, валим отсюда. Да, давай валим. И опять не все. Я опять думал, сейчас закончится. Ладно. Смотрительница следила за каждым нашим шагом. Но если она думает, что мы погибли от взрыва... Возьмем неожиданностью. Жди! Мы совсем да, близко, верно. Мойра. Я чувствую. Хорошо. Так, пошли. Нилы и девочки на фабрике не было. Надо было тебя сразу послушать. Нил эту записку не писал. Кто такие? Чего надо? Сидорович, ты? Опусти. Чтоб меня. Он тоже из Тарасейф? Ты чего вообще лопочешь? Без браслета. Где твой браслет? Я что, на бабу похож? Старик. Не знаешь, что тут происходит? Надо отсюда валить, пока не поздно. И за что? Я останусь дома. А вы пошли вон.
теперь пришли на наш прекрасный остров и все забрали. Какая бы беда ни случилась, помощи моей не просите. Слышь, дед, дай патронов, пожалуйста. Где подохнуть, сами ищите. Не-не-не-не-не-не-не. Это мое место. Тут был динозавр. Ага. Весят такие, как он. Имеешь в виду, как Барри? Говоришь, эй, свернем налево, а он едет направо, показать якобы лучше знак. Мой брат таким же был в детстве. Один раз облажалась, и мне тоже херово было. А куда идти? Ага, явно не сюда. Хорошо. Так, погоди. Тебе сюда залазить не надо. Так, понятненько. Помощь нужна. Иди сюда. О, там кто-то уже. О. Твоя коробочка. Чё ты орёшь? Ну не ори, всё хорошо. Ага, а я что, не справился? Хорошо, есть. Отлично. Так, ящик с деталями. Отлично, пошли еще прокачаемся. Улучшим наш дробовик, а потом сюда придем. Дед, ты ж не закрыл? Надеюсь, ничего тут не закрыл. Так, очередь. Так, назад. Очередь. А что за очередь? Куда мне очередь? Ну, пусть такая будет очередь. Все, пошли. Пошли. Посмотрим, что нас ждет. Ты издеваешься? Эта хрень еще под водой плавает, да? Окей, ладно, давай тогда поднимемся, заберем коробочку. Во. И давай смотреть. Налево пойдешь. Ножик потеряешь, да? Направо пойдешь. В тупик попадешь, ладно. Ой, начинается. Здорово. Здорово, ребят, как оно? Ади? Да ну не прикалывайся, у меня, я ж под водой. Я ж под водой, не прикалывайся. Йоу. Все. Узик решает все, ребят. Отдыхай. Малыха, нужна помощь. Давай. Ты пока занимайся, я пока покараулю засранцев. Давай. Во, молодец. Мало, молодец. Умничка, теперь подвинься. Ну подвинься, ну пожалуйста. Так, патрошки к пистолету, окей. Да надеюсь, мы одного босса прошли, второго не будет. Или надейся, Арчик, надейся, да? Так, какая-то кнопочка. Опять какой-то пазл будет. Ooh, ooh, ooh.
мозги. Мозги. Так, а как мне сюда к тебе попасть? Кто подскажет? Так, давай. Побежали. Побежали. Не-не-не-не-не-не, даже не начинайте, ребят. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Ты не хочешь ко мне подойти, не? За мной! Хорошо. Ёптель. Ты серьезно? Ты у нас такой попрыгунчик, да? Прям Джек попрыгунчик, да? Вы видели, да? Вот это обманщик. Вот это я понимаю. А ты можешь не стоять, когда я стреляю, не? Все хорошо. Прикинь, чуть не мэкнули. Вот это хитрые челики здесь. Так, отлично, ящичек. Патроны к дробовику. Шикарно. Угу. И слева, и справа. А, тут патроны просто, да? Понял. Так, а подвинься, пожалуйста. Я что-то здесь... Что-то здесь вижу. Прекращайте, ребят. Все. Хватит меня пугать. Так, давай смотреть нам по трубе. Ага, ага, ага. Блин, а этот эпизод затянулся, да? Наверное, уже часика... Сколько? Полтора оно идет. Мозги! Крушить! Мозги! Крушить! Давай, мозги. За монолит. Крушить мозги. Так, хорошо. И что это мне дают? Что-то нам надает. Ну иди-ка ты сюда, давай. Все, успокоился. Надеюсь, нам надо сюда идти или нет? Или не надо? Что происходит? Алло, отстань. Отстань от маленькой. Ёпсель, мопсель. Получи, падла. Падла, можешь только к маленьким приставать, да?
как маленькими может представать. А ты где вообще, алё? Ты идешь или нет? Долго тебя буду ждать. В следующий раз просто убегу и все, и не буду тебя ждать, понятно? Куда мы направляемся? Что это нам даст? Алло, игра. Можно уже финал как бы сделать истории, а ну? Йо. Понял, еще не все. Еще не все, ребят. Так, сочетание. Коктейль Молотова. Еще не все. Мы уже дошли до башни, да? Ну, я надеюсь. Думаю, да. Что это? Похоже на могилу. Думаю, вышка как раз над нами. Думаешь? Поищем подъем. Да, давай. Найдите подъем. Тут не надо загадки, не надо будет сейчас вставать куда-то, нажимать. А? Погоди. Ой, головоломки, да? Головоломочки. Так, погоди. Дай посмотреть. Если желаете знать истину, поклянитесь верности по очереди. Только тогда вы сможете сбросить всякого греха. Первый всегда был глуп. Потом у него не будет памятника. Второй носил свое лицо на спине. Третий стремился быть первым среди своих. Четвертый потерял голову. Это очень интересно, правда очень интересно, но ничего не понятно. А может оно и не надо, может мы просто выберемся. Игра, пожалуйста, пусть это будет выход. Так, а ну. Дон достали библиотеки. Так, а мы куда-то пришли. Мы куда-то с вами пришли. Твоего парня и тут нет. Он мне не парень. Ну да. Черт, слушай, все сказать тебе кое-что хочу. Я заметила, что когда Нил был с нами, цвет его браслета вообще не менялся. Вот правда, живые мертвецы лезли на нас отовсюду. Тогда все перепугались. Ня, даже не говори мне про это. Понятно? Все, конец разговора. Это ты на что намекаешь, а? Козюля. Список. Он был у Нила на вечеринке. Бёртон, Чавес, Редфилд. В нем все наши имена. Он предал Терра Сейф. Клэр, мне очень жаль. Эй, глянь. Я в курсе, что ты прихвостень Лэнсдейла.
Когда Вельтра устроила панику в Террагриге 7 лет назад, FBC дергала за ниточки. Старик теперь не удел, но ему хватило ума передать эстафету. Ты играла мной! Из-за того, что ты идиот. Думал, что создашь новую угрозу терроризма и оправдаешь FBC. Такому чудовищу, как ты, этого не понять! Клэр, ты расстроилась? Нет, я учусь смотреть на действительность. Если честно, я расстроился. Я думал, это уже финал. Если честно, я думал, что это уже финал. Но нет. Ну, не в плане финал игры, а чисто серия типа закончилась. Как оказалось, нет. Ладно. Давай смотреть. Понял. Поехали. Что считал правильным. Ты ошибся. Отойди от меня! FBC уже не вернусь. Я подвел Лейнсдейла. Ураборос, это не смерть, это Ивас! Вот как на самом деле, ребятки, выглядел бы Веном, если б не был бы PG-13. Да-да-да, будет. Я ж не против, будет спасен. Да я ж ничего не говорю. Тихо. Нет. Ага, и что делать? Тихо. Ты куда разогнался, алё? Ты куда, падла, разогнался? Ты издеваешься?
Алло, 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 алло. Уходи, 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 уходи. А у меня 16 патронов. Держу в курсе, у меня 16 патронов. Семь патрошков у меня. И как одолеть этого монстра, я даже не знаю. Ах ты, козюля. Ля ты, козюля. Иди-ка ты сюда. Что мне с тобой делать, скажи, пожалуйста. Давай, дружи, давай. Где ты? Алло. Злюка-бука. Иди сюда. Ну все, 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 успокайся. Успокаивайся. Сюда подошел. Ой. Я пошутил. Все, 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 все. Дядя шутит, дядя шутит. Ну и все. А, ну и 5 патрошков осталось. И B, C, D, E, F, G. Может, по этим штукам надо, чтобы он бил. Алло, ты куда? Ага, испугался. Что мне ему сделать? Все, нема ничего. А если его просто вот так светить? Ой, горю. Давай, бей его, бей. Давай. Лупи его. Девочка, молодец, умничка. Ахари, падла. Реально веном, отвечаю. Ой, а это что? Это что такое? А ты не хочешь в него пострелять, не хочешь? Мойра, вставай, девочка. Вставай, маленькая. Я не знаю, что мне с ним делать, если честно. Бля, ты козюля. Ой, уходи. Гори, падла, гори. Гори. А ты стреляй. Он пусть горит, а ты стреляй. Ну, стреляй в него. Нет, только не в стену. Пожалуйста. Уходим отсюда.
Уходим отсюда, уходим. Ребят, я не знаю, что мне делать. У меня вообще нет никаких каких вариантов. У нас ничего нельзя сделать тут. Бомбу. О! Гори, падла. Гори, падла. Стреляй, стреляй, Мойра. Или кто там? Стреляй. Гори, 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 ясно. Патроны к дробовику, хорошо. Передать. Гори. Давай, она ударит эту штуку. Давай, бей эту штуку. Ну, бей эту штуку. Давай, бей баллоны. Алло. Придурок. Придурок. Ну куда ты убежал? Ну бей эту штуку. Давай. Давай, 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 иди сюда. О, горишь, да? Горишь. Хорошо, надо еще искать такие штуки. Вот, нашел. Я тут. Ну иди сюда, ну взорви эту штуку, давай, может, с тобой покончим. И перья и реально затянулась. Серия реально затянулась. Мразь. Ага. Да-да-да. Конкретно именно ты это и сделаешь. Лобисишь ты меня. Нет, 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 уходи. Дверь закрой. Да уйди от меня. Как же ты меня бесишь, падла. Все, у меня осталась последняя аптечка. Наконец-то ты спрыгнул. Наконец-то ты спрыгнул. Такое, что случилось? Чем мы такие нервные? Чем мы такие? Да ты что, серьезно? Бля, ты крыса. Наконец-то.
она наша. Я реально думал, это никогда не закончится. Ой, только не говори, что второй раз сейчас придется с тобой сражаться. Да, он возродился. Сейчас опять будем с тобой бегать. Ой, падла. Бери ствол, бери ствол и добивай его. Мойра, помоги мне! Могли бы мне помочь? Полли! О, господи! Вам сюда вообще нельзя, вы как? Пап, я не виновата, пистолет сам выстрелил! Господи, взводи скорую! Мойра! Дон пистоля библиотека. Да пошел ты нахуй, босс! Мойра, ты смогла. Клэр. Больше не пугай так. Все нужное у меня есть. Больше нам ничто не помешает, моя милая. Ты и я будем хорошими друзьями. Мы будем знать друг друга вдоль и поперек.